Как-то к батюшке подходит один прихожанин и говорит: «Батюшка, а сколько вы нам будете еще говорить про одно и то же?» А батюшка отвечает: «До тех пор, пока вы не начнете это делать». Вот так же, дорогие друзья, для некоторых людей требуется повторить очень много раз, пока они что-то не сделают. От чего это зависит? Это зависит от степени готовности человека меняться, менять свою жизнь и делать ее лучше. Это также зависит от того, насколько сильно человек может внушить то, что говорит, другому человеку. Потому что, как вы понимаете, каждый человек обладает, в принципе, силой внушения. И вот от того, насколько эта сила у человека развита, зависит, насколько быстрее будут предпринимать определенные действия те люди, которые слушают этого человека. Ну, например, в церкви, да, когда говорят о том, что нужно соблюдать заповеди, да, то есть нужно читать Библию, нужно молиться. Ну, то есть вот людям постоянно каждый раз об этом нужно повторять и нужно об этом говорить, пока не начнут это делать.